Колумб Америку открыл, великий был моряк. Но заодно он научил весь мир курить табак. А трубки мира у костра раскуренной с вождем. Привычка вредная пошла в масштабе мировом. Минздрав предупреждает: курение — это яд. Минздрав предупреждает. Минздрав предупреждает. О, Колумб! О, Колумб! О, Колумб! О, Колумб! Ни в чем не виноват. Колумб, который Христофор не ведал, что творил. Немало утекло с тех пор дым сизый наших сил. Нам слаще аромат роз, табачный перегар. А в дыме вам инфаркт, склероз, рак легких и катар. Минздрав предупреждает. Курение — это яд. Минздрав предупреждает. Минздрав предупреждает. А Колумб! А Колумб! А Колумб! А Колумб! Ни в чем не виноват. Я лично бросил, не курю. Я бодрый, полон сил. Родной Минздрав благодарю, что он предупредил. Курильщик, извини меня за грустный каламбур. Куренью с нынешнего дня объявим перекур. Куренье — это яд. Минздрав предупреждает. О, Колумб! О, Колумб! О, Колумб! О, Колумб! О, Колумб! Ни в чем не виноват. Морозное утро,
держу тебя крепко, побелели ладони, а теперь только игры, игры, что ты знаешь о боли. Без тебя не умею я, без тебя только с крыши, безнадежная любовь моя, безнадежная любовь моя. Держу себя крепко, побелели ладони, а тебе только игры, игры, что ты знаешь о боли. Без тебя не умею я, без тебя только с крыши, безнадежная любовь моя, безнадежная любовь моя. It's my life and it's now or never.
Life! Україна займає друге місце у світі по кількості випалених цигарок на людину. 15,5 мільйонів українців палять. Серед них 50% чоловіків, 25% жінок та 17% школярів. Опитування Українського інституту соціологічних досліджень показують, що до 11 років 17% школярів починають палити цигарки. Кожен п'ятий школяр в Україні у віці 11-12 років палить. За статистикою, за рік українці викурюють майже 125 мільярдів цигарок. Це більше 6 мільярдів пачок. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно у світі від хвороб, викликаних палінням, помирають 5 мільйонів людей. В Україні статистика ще більш смутна. Через тютюн щорічно життя прощаються 120 тисяч українців. Кожна викурена цигарка коштує тому, хто палить, 15 хвилин життя. Задумайтесь.